телеграм-группе скинули задачку, где было сказано, что нужно найти, сколько существует четырехзначных чисел, у которых все цифры в порядке возрастания. И в порядке возрастания имеется в виду, они не одинаковые. И, например, вот такие числа, как 1, 2, 3, 4, или же 1, 2, 7, 9. Или же можно взять, допустим, 3, 4, 7, 8. Эти числа подходят под это описание. Если мы уже возьмем число 2, если мы возьмем уже число 2, 8, потом 9, 9, то из-за того, что эта девятка не строго больше, чем предыдущее, это число не подходит описанию. Как же посчитать такие числа? Во-первых, заметить, что в начале невозможен 0. Также важно заметить следующее, что если я беру какое-то определенное число, вот, например, 1, 2, 7, 9, я могу с единичкой продолжить еще тремя комбинациями, а именно 2, 9, 7 написать, потом 7, 9, 2, 7, 2, 9. Но точно так же могла бы быть не единичка в начале, а двойка и ее 6 комбинаций, семерка и ее 6 комбинаций, девятка и ее 6 комбинаций. То есть, грубо говоря, 4 факториал комбинаций, а это 24 способа получить число с теми же самыми цифрами. Что это означает? Если я посчитаю все возможные числа без нуля, а именно первая цифра может быть любая, поэтому у меня 9 вариантов, второй цифрой может быть любая, кроме той, которую я уже написал здесь. Поэтому 8 комбинаций, дальше следующие 7 комбинаций, и потом на последнюю будет 6 опций. То есть, так как мы нашли здесь количество чисел, у которых просто все цифры разные и нет нолика в наличии, мы по 24 раза вписывали то число, которое нам нужно было бы. Грубо говоря, на каждое число есть 23 еще повторения, которые не удовлетворяют нашему условию. Это означает, что если мы поделим на 24, мы отменим все эти повторения и останемся только с числами, которые будут с цифрами в порядке возрастания. А это несложно сделать, если сократить 24 с 8 и 6, это 48, то есть двоечка должна выживать. А дальше умножим 9 на 7, это 63, и умножаем на 2, 126 таких чисел.